Мне это кажется, или же так быстро прошло время, что уже скоро Рамадан? Возможно, это из-за всего происходящего, и в пандемии все заняты, и дни проходят быстро. И представьте, мы уже почти в преддверии месяца Рамадан. Причист Аллах. Теперь я хотел бы поделиться с вами нечто удивительным. Уже прямо сейчас вы должны начать планировать то, что вы хотите делать в Рамадан. И я расскажу вам о том, что это вам даст. Вам нужно спланировать, сколько из Корана вы хотите прочитать и как вы будете поститься. Какие желательные молитвы вы собираетесь совершить, помимо обязательных молитв. Возможно, у вас будет шанс сделать гораздо больше относительно чтения книг, прослушивания лекций с целью увеличения ваших знаний, а также касательно выстаивания дополнительных ночных молитв, чтобы сделать этот Рамадан более наполненным смыслом и продуктивным. Начните планировать прямо сейчас. Начните изучать Коран, читать смысл Корана в попытке понять и привнести это в свою повседневную жизнь. Измените хоть несколько вещей в своей жизни. Не упустите возможности Рамадана, чтобы измениться полностью. Причина, почему так важно сделать серьезные намерения уже сейчас, заключается в том, что мы не знаем, встретим ли мы месяц Рамадан. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорил: «О Аллах, дай нам дожить до Рамадана! О Аллах, даруй нам увидеть месяц Рамадан! Пока еще не Рамадан! Я могу умереть до Рамадана! Такова реальность! Кто знает? Да одарит Аллах всех нас наивысшей ступенью рая, да облегчит Аллах нам попадание в рай! А в случае, если мы не доживем до Рамадана по причине того, что Аллах умертвил нас, то думаете что? Вы получите полное вознаграждение за все, что вы вознамерились сделать, потому что… Несомненно, все ваши деяния оцениваются по намерениям. Поэтому в хадисе говорится: «Кто бы не вознамерился совершить добро и не смог сделать этого, то Аллах вознаградит этого человека». Причист Аллах, так что вы получите вознаграждение за все, что вы вознамерились сделать, но не смогли сделать. А если же наступит Рамадан и вам удастся сделать все это, тогда вы получите многократное вознаграждение за сделанное. Взгляните на милость Аллаха. Вот почему всегда хорошо, когда у вас есть возможность, подумать о том, что бы вы хотели, спланировать это, и спланировать прекрасным образом, показывая, что вы настроены серьезно. Начать думать о том, как вы собираетесь проводить Рамадан, как совершить умра, да откроет Аллах и эту дверь для нас. Скажите «Аминь». Аминь, о Господь миров. Также подумать о том, как мы будем проводить дни поклонения, молитвы, чтения Корана и сколько раз мы бы хотели завершить чтение Корана, усовершенствовать свое чтение и так далее. Планируйте все это уже сейчас. И вознамерьтесь на все эти вещи, чтобы получить полное вознаграждение. Даже в случае, если что-то вам не удастся сделать именно в месяц Рамадан по причине того, что Аллах заберет вас раньше, и даже если вы заболеете в эти дни и не сможете исполнить все задуманное, вы все равно получите полноценное вознаграждение за то, что вознамерились сделать. Причист Аллах. Удивительно. Разве нет? Вот такова красота месяца Рамадан и планирование относительно него. И если Аллах позволит нам дожить до Рамадана, если мы сможем осуществить все то, что задумали, даже если не полностью все равно мы получим многократное вознаграждение за все то, что сумели сделать. Да простит Аллах наши недостатки и наделит нас способностью осуществить все задуманное наилучшим образом. Поэтому одним из самых прекрасных вещей, которые нам нужно начать делать в подготовке к Рамадану, это сделать намерение, вознамериться, начать планировать и дать обещание, что иншаллах, я сделаю это, иншаллах, я совершу это в этом году, я изменюсь, я сделаю то-то и то-то. Знаете, вы можете начать некоторые из этих вещей уже прямо сейчас. Не ждите до Рамадана, потому что мы можем не дожить до него. Но мы ведь все еще желаем награды. Покажите Аллаху, что вы серьезны относительно этих прекрасных обещаний, которые мы даем. Да благословит вас всех Аллах. Распространяйте это видео как можете, потому что когда вы распространяете такое, то кто бы ни последовал сказанному вами, вы получите полное вознаграждение всего, что люди вознамерились сделать в Рамадан. Как же прекрасно это! Причист Аллах, Господь миров. Да благословит вас всех Аллах и да наделит Он нас всех способностью понимать, что время летит, и мы не знаем, сколько нам осталось. Люди заболевают, умирают, некоторые выживают, но нам неведомое, предначертанное и предопределенное Аллахом нам время нашего ухода из этой жизни в более лучшее место. В зеленые сады, просто лучшее место. И мы не знаем, когда это случится, но истинный верующий ждет этого путешествия. Мир вам всем и милость Аллаха.